Всем привет, вы на моем канале, и сегодня я буду снимать видео из Сараской косы. И сейчас покажу, что у нас тут есть. Тут у нас спит моя мама, так что я ее не думаю, что надо открывать дверь. Ну, тут, короче, наверху я, внизу Леня. Телевизор, все разбросано, все просто. Короче, это не сильно наши вещи, просто мы спим. И все нормально. А тут кухня. Но мы кушаем вот там. Я позже покажу. Тут тоже так. Тут можно взять. Есть тут приборы. Всякие тут тоже. Так что все нормально. Вода тут в литре. Двери тут интересные. Ну, то есть, чтобы их не закрывать. Так ты берешь, закрываешь. И все, мухи просто не летят. Тут у нас всякие... Ну, короче, волк и очки сейчас снимаю. Тут стол, короче, так, вон там у нас микроволновка, два холодильника, как ни странно, тут только шело залетело. Тут всякие у нас есть, и мы открываем. Тут у нас есть вот как это, обуваем тапки, идем смотреть, что у нас есть дальше. Заходя налево, тут у нас есть краник, и пойдем на второй этаж, там где спят люди, которые нас сюда пригласили, лежатки, забор, за забором там, короче, плохо. Тут у нас вот так вот, в этом шкафчике у нас находится какой-то баллон, стружка, наверху какие-то ключи и что-то тоже. Вот окна, это мамино окно. Тут у нас постель, вот мы играем, сенки, вот это вот наши купальники, и тут есть такая лестница, тут вот кран, чтобы помыться, и надо осторожно спускаться по этой лестнице. Тут вот такое у нас помещение, ну не помещение, а такой маленький дворик. Тут костер можно жарить, тут рубить что-то, хочу, я помню, вот мячик, но он сдутый, очень сдутый. Короче, тут можно вот так вот открыть дверь. Я сейчас не буду открывать. И там вот так вот. Вот там выход. Ой, не очень видно. Там горшок какой-то. И тут есть лестница. Ну, она просто... А как она стоит? Ну ладно. У нас тут еще есть вот так вот. Ключик закрывается, чтобы дверьку. Открываешь и... Ну, короче, вы поняли, что там... Тут у нас свет, но сейчас он что-то не включается. И тут тоже второе. Тут у нас сразу душ и мойка. Ну так тут выглядит. Все сразу. Кстати, очень сильный ветер. Не знаю, буря, может быть. Мы вообще возле моря. Вот так вот. А там, не знаю, лес. Идемте дальше. Снова поднимаемся и... А там столик. И вон там море. Прям мы просто ходим за калитку. Вот там люди. И я вот что, не буду идти, потому что там типа ихняя территория. Вон там душ. Качелька, которая без сидушки. Ну и как бы тоже второй этаж. Значит, тут ничего особенного. А вот море очень-очень-очень рядом. Люди на море есть, несмотря на сильный ветер. Тут тоже комнаты.